Боксу тоже иногда стоит дать отдохнуть, чтобы силами собраться и снова двинуться в путь, чтобы снова удары звенели и шумела толпа, глядя, как фортуна изменчива, а удача порою слепа. Богачук и Ахмедов без слез и капризов разобрали соперников без особых сюрпризов. Никто не падал, хотя пропускал очень много. В общем, бой бульдога и носорога. Пятый выпуск, пятый сезон. А с шестого начнем мы новый разгон. Давайте отдадим должное покою, пока идет новый выпуск The Ring Show.